Фатиме 4 года. Девочка пришла в детский сад в первый раз. В ее селе детского садика просто не было. Сегодня малышка уже учит наизусть песни, с удовольствием танцует и учится читать и писать. Малышка пошла в новый детский сад. Здесь теперь 90 дошколят, жителей сразу 4 сел. Все наши дети в детском саду в первый раз, поэтому им нелегко. В основном это дети трудовых мигрантов. Все были дома с бабушками и дедушками. Долго усидеть на одном месте им сложно. Но наша задача – научить малышей. В здании на 2 этажа для детей созданы все условия. Игровая комната, спальни, ванная, музыкальные и спортивные залы, подсобные помещения – все продумано до мелочей. На строительство детского сада в горных условиях было выделено 26 миллионов сомов из госбюджета. Мы очень рады, что открыт новый детский сад. На самом деле у нас дефицит мест. Открывается еще один детсад на 60 мест. Это очень хорошо. На строительство выделили деньги и из местного бюджета 900 тысяч сомов. Еще 300 тысяч собрали местные жители. На эти деньги построили детскую площадку. На сегодня нехватка детских садов в сельской местности Джошулу составляет 70%. Сейчас тут идет строительство еще одного детского сада на 100 мест. Алена Смирнова, Айджинал Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ошская область. Thank you.